Друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Вы на канале Шеф Готовит, с вами я, Мухаммад Муртузалиев, и мой старший брат Тагир. С Тагиром мы все познакомились. На прошлом ролике мы приготовили шашлык из печени, показали, как это сделать легко и просто, и ролик набрал уже больше 250 тысяч просмотров. Большое вам спасибо за такой актив, за такие положительные комментарии. Ну, мы с Тагиром каждый комментарий почитали. Что скажешь, Тагир? Приятно. Приятно, скажи, читать. У меня аудитория очень лояльная. Спасибо вам за то, что поддерживаете добрым словом. И вот дали мотивацию снять новый ролик. Сегодня мы приготовим не что-нибудь, а вот, покажи, Тагир. Вот из таких вот ножек и ляжек индюшки приготовим жаркое. И желаем вам приятного просмотра. Ну, а индюк, которого вы видели на превьюшке, он не пострадал. Мы сейчас его снимем, он там где-то курятник и гуляет. Вам желаю приятного просмотра. Мы начинаем. Так, Тага, разберешься с индюшкой? Да, я сниму кожу и мякоть отделю от кости. Все, окей, хорошо. А я тогда займусь овощами, пойду их помою казан, сполосну и все. Потом дальше будешь
вкусно. Итого с двух ножек и с двух ляжек получилось вот столько мякоти чистой, без костей, без жилок. Нормально вышло так, да? Да, честно говоря, нормально. А у тебя одного хватит? Да. Маловато еще. Так, сейчас я буду нарезать овощи и разжигать казан. Специи будем использовать уже в казане. Баклажан нарежем соломкой и закинем его в холодную воду, чтобы он не горчил. Тоньше нарезать смысла нету, в казане превратится он в кашу, если тоньше нарезать. Теперь нарежем кабачок и этот, остальные овощи. Друзья, я все понимаю, казан это такая вещь, хочется туда все закидывать и сразу мешать. Но нет, дайте чуть поджариться мясу.
Мясо у нас чуть поджарилось, и теперь мы его помешаем. И по поводу специй. Со специями не спешите. Тут такой есть момент, такой подводный камень. Сразу не сыпьте, не бухайте сюда соль там и разные специи. Это нам даст много влаги, много выйдет жидкости, и не получится то, что мы хотим. Специи добавим в конце. Взял вешенки вместо шампиньонов. Вы можете использовать любые грибы. Но сегодня в такую погоду у меня было настроение использовать именно вешенки. Друзья, пока наше жаркое в казане жарится, достану хлеб из печи. Спыл с жару. Рецепт хлеба, наверное, в следующем ролике. Настало время специй.
жаркое готово, и мы вот сейчас добавляем соль. И соевый соус для аромата. С соевым соусом, друзья, не переборщите. Мы его добавляем чисто для аромата. А если вы с ним переборщите, то он одеяло потащит на себя, и вот этот весь наш вкус овощей и индейки он перебьет. И также блюдо сильно потемнеет, поэтому немного добавляем чисто для того, чтобы он был. И все. Наше блюдо готово. И самое основное мы сейчас добавим в конце, то, что придаст, вот как говорится, вишенку на этом торте. Это будет козий твердый сыр, мы его пропьем через терку. Это просто будет сказка, друзья. Я редко делюсь такими секретами, так что записывайте. Ну, приятного аппетита нам всегда. И с Ульяном делать. Друзья, получилось на самом деле очень вкусно. Рецепт такой по-настоящему осенний. Повторить его сможет, я думаю, каждый из вас. Но в случае, если у вас нет такого пловера, как у меня, или же там казана, то оставлю для вас ссылку в описании на интернет-магазин «Шелковый путь». По промокоду «Шеф готовит» вас будет ожидать приятная скидка. Так что повторяйте за мной мои рецепты. И заказывайте у надежного интернет-магазина «Шелковый путь» доставку на дом казанов, тандыров, мангалов. Бомба, скажи. Шикарно. Очень вкусно, во рту тает. Как, сыночек, тебе овощи? Не могу дождаться. Я это бесконечно буду кушать. Еще, друзья, хотел бы поделиться с вами новостью. Я все-таки уговорил своего старшего брата открыть свой канал. И теперь мы с ним вместе там сняли уже первое видео, и оно уже у него на канале.
Канал называется King Cooking. Ссылку на его канал я оставлю, друзья, в описании, а также прикреплю в комментариях ссылку на его канал. Так что переходите и смотрите. Тагир будет делиться с вами очень крутыми рецептами, ну, которые, я думаю, вряд ли вы в Ютубе увидите. Кстати, мы приготовили с ним шах-плов в Казани. Ну-ка, посмотрите, есть ли такой рецепт в Ютубе, помимо того, как у Тагира. Еще раз повторю, канал называется King Cooking. Переходите, подписывайтесь, поддержите моего брата максимальным активом, пожалуйста. Тагир, я тебе желаю, брат, удачи. И, ну, буду стараться тебе помогать в росте твоего канала. И наши вот друзья, надеюсь, тоже нас не оставят. Спасибо. Заранее спасибо всем. Друзья, ну я думаю, это видео заслуживает лайка и вашего комментария. До новых встреч. Я рад, что у меня сегодня удалось снять для вас очередной видеорецепт. Блюдо очень вкусное и очень простое. Обязательно приготовьте. Буду у себя дома. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Шеф готовит». Подписывайтесь на канал «King Cooking». Это канал моего брата. И увидимся, иншаллах, в скором времени.